Причиной серьезного ДТП под Красноярском, в результате которого перевернулся пассажирский микроавтобус, могло стать нарушение скоростного режима. Такую версию рассматривают в ГИБДД. В аварии пострадали 12 человек, одна женщина погибла. По предварительным данным, маршрутка ехала со скоростью 100 км в час и не вписалась в поворот. Также выяснилось, что перевозить людей водитель, 28-летний житель Тувы, вообще не имел права. У него была открыта только категория «Б», а необходима категория «Д». Кроме того, в течение прошлого года он был 4 раза оштрафован, в том числе за нарушение правил перевозки пассажиров.